Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Far Cry 3. А в прошлой серии мы как-то так, немножко, ну, случайно, можно сказать, забежали очень глубоко на вражескую территорию. Потратили кучу патронов, потратили кучу всего. Ну, реально, то есть, ну, боеприпаса почти не осталось, и это на самом деле плохо. Какой у меня сейчас план действий? У меня есть На снайперке тоже все очень плохо. В общем, мне нужны патроны. Мне надо как-то их раздобыть. Вообще, я по-хорошему хотел сейчас захватить аванпост. Тот, до которого 200 метров. Хотел его вообще в идеале захватить бы, ну, точно без тревоги. И хотя бы в идеале, вообще супер в идеале. Это на 1500 опыта. Очень нужен опыт. Но вообще, на самом деле, мне здесь очень нужен аванпост. Потому что, ну, я прям в жопе, если честно. Ну, прям ситуация очень неприятная. Да ты вспомни, как в прошлой серии в конце меня прессовали просто по-страшному. Это кабан, надеюсь. Буйвол. Блин, мне буйвол нужен. А это нихера, это не буйвол. Это какой-то тигр. Это лев какой-то. О. Во. Короче, дело к ночи. Надо потихоньку разобраться со снайперами. Буйвола потом словим. Я понимаю, что сейчас мне... Серьезно? Четверо их? Да не может быть такого. Мне сейчас нужен аванпост, на котором я могу купить патроны. Вот что мне нужно. Очень сильно причем. А тигр у них в клетке сидит. Поэтому он так сильно рычит. Первым делом снайпер. Да ладно, нет, трое их не может быть, их точно больше. Их 100% больше. Да нет, 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 подожди. В движущуюся цель даже не буду рисковать. Потому что патронов мало. Патронов супер мало. Их не просто мало, их практически нет. Их практически нет. Блин, ну я двоих не положу с одного выстрела, а поднимут потом тревогу. Не, стреляя по клетке. Мы знаем, что произойдет, если стрельнуть по клетке. Что-то, конечно же, нам на руку сейчас это будет, но нет. Пока нет. Чего они вдвоем там стали? Стали вдвоем, они не отходят друг от друга. Мне придется как-то их камушками разъединять. Придется идти в ближний стелс. Я не люблю ближний стелс, очень опасен он. Тихо. Кто-то едет? Да, я в кусты залезу. Ну и все, я в кустах, и меня не видно. Не, ну если... Да ладно, вас двое, что ли, осталось? Если бы снайперка была хотя бы полуавтоматическая, я бы попробовал. Но она таковой не является. Ой, там еще один тигр. И он буйвола завалил. Как нельзя, кстати. Ладно. Сразу блокпост. Вот, я же говорил, что здесь не может быть их так мало. Вот, еще двое. Причем они прям рядом друг с другом находятся. Блин, а что это такое? Они иначе научились правильные блокпосты делать. Они начали по двое ходить. Это, ну, нет. Тогда сюда не надо, миномет, хорошо. Интересно, до сюда он дойдет? Нет, слишком далеко. Ну, давай хотя попробуем их разъединить. Если сейчас они разойдутся, я, может быть, попробую одного снять со снайперки, а второго тоже со... Ну, как бы, типа, понимаешь, чтобы они просто были вне зоны действия друг друга. Да, нет, они вдвоем найди пошли. Найди работу. Заткнись, овца. Здесь я, мужик. А? Мне послышалось? Вы вдвоем решили, да, проверить? Это было очень опасно. Это было очень опасно. И на самом деле достаточно безрассудно с моей стороны. Патроны, спасибо. Граната, спасибо. Я, конечно, могу сейчас в них гранату кинуть. Ну и на этом все закончится. Что? Когда ты превратился в такую размазню? Господи!
Вдвоем пойдете или один пойдет проверять? Меня... Охренеть! Я ранен! Если это не 1500, то что это? Я не знаю. Ну, ну не было. Меня даже не увидели глазком ни одним. Есть! Да! На, 1500 опыта. Так это и делает профессионал Иван. Сейчас мы все соберем. Заберем шкуру тигра. И потом поохотимся на буйволов здесь. Да не, ты не крут, я крут. Ты понял? Я не поднимая тревоги. Вообще не поднимая тревоги. Их всех разобрал. Надо все-таки пистолет, скорее всего, менять. Да нет, 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 верни, не так менять. Надо пистолет будет поменять, скорее всего, на пистолет-пулемет с глушителем. То что-то я вот все ходил, думал, думал, наверное, над этим. Надо, наверное, будет махнуть. Так, тигру, кстати, может не хватить же одного выстрела. Может, гранату ему? Боже! Жив все равно. Блин, это плохо. Ой, бля, я зашел, я загнал себя в ловушку с тигром. Быстро на... А, не на X. Вообще не туда, куда надо, я забежал. Не, ну, это было справедливо. Я должен... Ну, здесь вообще я не должен был выжить, я считаю. Так тупо напасть на тигра, это нужно было придумать еще. Патроны есть? Да, не знаю. Есть вроде какие-то. Ну жесткий, ты посмотри. Ну, мне повезло, что я выжил. Я думал, что я на этом и закончу. Так, буйвол. Ну прям. Да ладно. Ну не, ну как? Четко же в голову было сделано. Я не знаю, сколько мне вообще шкур буйвола надо. На всякий случай две сделаю. На всякий случай возьму две. Потому что вроде как не только мне для рюкзака. Так, давай сюда, пожалуйста. Немножко, немножко, знаешь, вот это неловко. Так неловко бегать за этими животными. Как-то ну, жалко их даже. Ну, они мне прям очень сильно нужны. Мне прям очень сильно нужны их шкуры. Вот, спасибо. По квесту мы пойдем. Потом. Потом по квесту мы обязательно сходим. Но сейчас, насколько я помню, рюкзак, правильно? Нет, не рюкзак. А что мне? А, топир. А что я собирал? Патронаж? Ну, конечно, он тоже нужен. Шкура тигра, я же говорил, пригодится. Бамс. Золотого тигра. А где золотого тигра мне достать? Ну, в общем, это какой-то легендарный этот. Это какой-то легендарный. Так, для мин, для ракет. Ну, если честно, особо мне вот это больше не надо. Мне рюкзак сейчас нужен. Для рюкзака нужен топир. Для бумажника, кстати, казуар. Все. В принципе, очень даже неплохо поохотились. Что там по навыкам у меня? 4 очка навыков, неплохо. ХПшечку. ХПшечку пока не могу. ХПшечку почему-то мне больше миссий надо. А знаешь что? А вот пойдем мы сейчас больше миссий и пройдем. Да? Возьмем и сделаем. Мы сейчас пойдем, наверное, захватим еще вот этот вот сиротский приют. Пойдем захватим сиротский приют. Звучит хорошо. Захватим этот аванпост. Потом захватим радиовышку и пойдем по квесту. Хотят, чтобы я больше квестов прошел? Я пройду. Больше квестов. Я знаю, что так, буйволы мне больше не нужны. А то и не сладко. Пускай бегают. Ты знаешь, она все время просит пригласить тебя на... Рюкзак. Все, я что-то... Я забываю про рюкзак. Надо рюкзак сделать. Нет, это мне не нужно. О, вот это туда, пожалуйста. Кто здесь? Аптечку, спасибо. Сразу же ее используем. Я не люблю бегать с неполными хпшками. Так, что по... О, 500 баксов купить боеприпас полный. Хорошо. Ну а что сделать? Еще купить боеприпас для автоматов?
Короче, я потратил все деньги на СВД нет обвеса. Короче, снайперка здесь реально самая вот эта, наверное, топовая. А что за обвеска? Мне интересно, что за обвеска у этого будет. Вот это хуже. Так, эксклюзивное оружие. Составной лук. Какой урон? Может быть, вместо снайперки его попробовать? Ну, потом. Наверное, потом. Давай сейчас пистолет-пулемет. Поставим скорпион. Экипируем вместо пистолета. Я скоро бесплатно их получу. Я не буду их сейчас покупать. Да и все. Правильно? Расходные предметы. Мне нужен еще бронежилет. Все, погнали. Сейчас сбегаем за шкурой топира. Он тем более где-то по карте совсем недалеко здесь был. Потом пойдем по всем остальным этим вот состязаниям. Сколько у меня теперь патронов? Тигр. Белый тигр. Бля, что у меня так-то тигров триггерит? Я не знаю, мне он вроде больше не нужен. Он вроде больше не нужен, но вроде и нужен. Так, ну два попадания я сделал. Три попадания. И, видимо, со спины тоже тигр подошел. Я сразу затем сбегаю, потом вернусь сюда, и эти ребятки должны разобраться будут с этим тигром. Блин, четыре попадания со снайперки. Да они просто, это зверюги, просто зверюги. Машины-убийцы, я серьезно говорю. Ну я здесь рядом, по идее напасть же должен быть. Бля, честно, тигра жалко. А где у меня золотого тигра взять? Вот это единственный минус, пожалуй, серии Far Cry, потому что ну, прям приходится бегать убивать тигров. А они нужны. Ты видел, как они прям пригодились сразу же? Ладно, топир. Здесь, кстати, недалеко он, вон. А, так вот и тигр. Все, я не буду на них больше охотиться. Я буду проезжать мимо и все. Я буду просто проезжать мимо. У меня теперь они отбились на карте, и если прям пригодятся, то я поеду их и найду. Все, ну слава богу. Потому что просто до этого тигры не отображались. А когда вот он пригодился бы, не нашел. Как топир интересно выглядит. Я надеюсь, что я узнаю это животное. Ну, я как минимум в зоне обитания. По-хорошему нужно найти сейчас. Че ты тут плачешь? А, ты плачешь? А, вы плачете, вас здесь двое. Ребят, что такое? Я понимаю, могилку криво поставили, но не стоит из этого так расстраиваться сильно. Топир. Где-нибудь один топирчик. Не, мне не один нужен, мне нужно несколько, мне два нужно. Ладно, полезли в гору. И, скорее всего, я буду действовать тихо. Сейчас, я кое-что вспомнил. У нас же есть какие-то всякие для охоты снадобья. Отпугивает животных, не давая атаковать вас, не работает на морских животных. Можно будет находить по запаху. Кроме того, пугливые животные не будут убегать при вашем приближении, конечно. Вниз. А зверобой позволяет вам наносить повышенный урон животным во время битвы. Давай, наверное, инстинкт охотника сделаем. И сразу же его вшарим сейчас. Опа, пожалуйста. Хорошая тема, кстати. Они еще убегать не будут. Ну, в смысле, если бы я их так наглую не убивал, то они бы и не убегали, правильно? Хорош. Я зря не пользовался раньше этими сыворотками. Все, инстинкт охотника — это мой лучший друг теперь. Где топир? Так.
Сейчас я сделаю рюкзак, у меня станет больше. Конечно, новый предмет обязательно. Какой-то колчан. Нет, рюкзак. Чего они взяли, что мне нужен колчан? Динго. Бля, динго — это вообще опасная штука. Это какая-то маленькая собака, которая очень сильно неплохо дерется. Попробуй сейчас найди ее. Но я знаю, что мне вот эта фигня нужна. Так, я сейчас быстренько гляну, динго где-нибудь есть? Боже, сколько алмазов, просто ужас. Это надо все алмазы обязательно облазить. Так, где я нахожусь, в принципе, по карте? Я тут. Сбегаем сейчас, возьмем еще одну такую штучку. Одну, я помню, одна нужна. И потом пойдем заниматься чем-нибудь другим. Я предлагал вам выбрать. Что это, тигр? Не, тигр, все, не надо. Отстань. Отъебись. Если он нападет, придется защищаться. Но до этого, кстати, я на них тупо нападал. Ох, бля! Да, я согласен. Все, покеда, ребят. Вы как хотите, что хотите, то и делайте. О, опять это выключился геймбат. Не, а сейчас у меня все заряжено. Это еще те батарейки, которые тогда не дозарядились. Но долго не продержались, кстати. А вот эти уже я заряжал долго. Целый день почти. Не помню, сколько им там нужно до полной зарядки, потому что никаких, из-за того, что это супер, все супер дешево, никаких датчиков и опознавательных элементов нету, что заряжено или не заряжено. Просто ставишь, типа, часов 5 заряжайтесь. Часов 5 точно хватит. Так, погнали за одной птичкой, а потом... Скорее всего, будет форпост. Потом будем праздновать охотой. А, блядь! Немножко отдохнем и вечером на охоту. А завтра отпразднуем охоту. Ну, это прикол из Рика и Морти. Это вот сейчас про меня. Это будет аванпост, вышка, аванпост, вышка, охота. И вот так далее, и так далее. Это бесконечный цикл в трене одного и того же. Все, как завещал дедушка вас. И нас тоже. И нас он тоже завещал, и вас завещал. Именно таким образом и проходится эта игра. О, я сейчас лесопилку буду проезжать, скорее всего. Да? Это испытание, потом ракьят посмотрим. Мне интересно на испытание ракьят взглянуть. Так, а лесопилка сейчас пустая? Никого здесь нет? Я могу проехать? Ну и все, и хорошо. Тут столько алмазиков, я ни одного не собрал. Надо потом где-то вернуться собрать, скорее всего. Так, ребят, вы между собой разберитесь, а я поехал. Вы, конечно, подняли здесь шум. Я пришел на охоту, а вы здесь устроили какой-то беспредел. Между собой разбирайтесь, между собой. Я переплыву на ту сторону. Леопард. Тот леопард? Это не тигр, это леопард, это другое животное. Где он? Вон, вижу леопарда. Пума вообще. Пума тоже пригодится. Вот, спасибо. А, нет, леопард. А почему мне обучалку на пуму подняло? Чуть-чуть огнем поддержал. Боже, да что у вас здесь происходит? Я пришел на охоту. Я хочу словить птицу одну. Вы здесь устроили перестрелку. Вы же мне всю охоту испортили. Да ё-моё. Попался, гад! Ты хочешь... 13 баксов, а где, мне... а где все остальные мои деньги? У меня было много денег. Ну, вылазь. Далеко приехал? Просто очень зло я сделал сейчас, я понимаю, но сам нарвался. Так, переплывем на ту сторону и будь... Да, вон там еще двое ходят. Здесь, короче, опять надо зону очистить. Ладно, Инстинкт охотника, погнал. Давай. А, 30 секунд. Класс, я анимацию не посмотрел и две, походу, использовал. Опа, вон они. И еще эта пума. Леопард мне тоже нужен. Стоило это сделать, наверное, потише. Ну ладно. Сейчас я птичку быстренько найду, потом разберусь с этими ребятами.
Ой, это вы настолько близко! Пардоньте! Класс, я умер. Минус две пумы, блядь! Ой, Иван, Иван, надо же... Как тут это... Джейсон, отлично сработано! Теперь... Расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео. Этого не может быть. Нет, этого не может быть. Этого не может быть, блядь. Этого не может быть. Фу, усиленно есть. А, подожди, нет, не сюда смотрим. Патронаж. Не, все, слава богу, слава богу. Ну просто ужас какой-то. Меня аж прям дернуло. Рюкзак. Два есть. Топир нужен. А, мне топира не засчитало. Ладно, я ближе к этим сюда. Сбегаем сюда. Ближе к этим сюда. А то так и происходит постоянно. Это не прекратится никогда. Надо чаще сохраняться. Ну, я хотя бы научился уже, ну, более-менее эффективно охотиться. Тихо. Ну и пиздец. Можно было, в принципе. Ну хорошо, мы недалеко уехали, да? Еще раз послушаем про силу из пути, там, бла-бла-бла, вот это вот все. Здесь где-то дельтаплан был, может быть, на дельтаплане лучше спустить. А вот же дельтаплан. Вот же и дельтаплан. Куда полетим? За топиром? Давай сразу за топиром. А ладно, давай пока здесь с этим разберемся. Потом надо будет сохраниться и умереть, чтобы здесь опять оказаться, опять взять дельтаплан и опять куда-нибудь подлететь. Интересно, я как-нибудь сесть аккуратно на пол смогу на землю? Ну, именно не в воду заземляться, хотя там же вода тоже есть. В принципе-то не страшно. Да я улетаю от перестрелки. Улетаю. Давай снижаться. Нормально. В принципе, неплохо. Использовал? А, у меня закончились? Ну да, конечно. Я же тогда две сразу юзнул. Инстинкт охотника. Ой, подожди. Давай сразу назначим его. Вы ж просто... О, сейчас пумы будут разбираться. Опять здесь целая куча. Подожди, это кто? Черепахи? Черепах вообще не помню. Я жду просто кто кого. Все, леопарда положили, к сожалению. А вот и птицы напали. Так, одну птицу я вижу, сделали. Я сейчас пойду фраги просто соберу. Что-то здесь вообще странное происходит. Это какое-то очень странное место. Есть, могу изготовить. Вот бумажник, усиленный. Акула, опять акула. Ну, леопарда я не оставлю здесь. Это же халявный лут. Пожалуйста. И уходим. Просто быстренько уходим. Да не надо мне оружие, я обыскать хочу. Звук странный очень. Что происходит, блядь?
Я не знаю, может быть, еще пригодятся эти казуары. Ну, что добру пропадать, правильно? Вы нападаете, типа, да? Так, надо свалить, я слышу машину. Да отстань. Блять, они очень жесткие. У меня почти. Пойди! Почти все ХП забрали. Вот, черт! Тогда я сохранюсь, кстати. Я сейчас буду убегать. Ну, все, мне, если честно, мне это поднадоело уже на этом месте. Происходящее. Исследуйте остров или отправляйте закатную бухту, когда будете готовы. Все, патроны закончились. Я хотел еще, кстати, черепаху попробовать облутать. Вроде как тоже, ну, животное. Прячься, прячься, сука! Я отыщу! Выходи, выходи! Мести пришел! Оружие долго меняет, конечно. Очень долго и очень опасно он это делает. Дай мне. О, давай, знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас сделаем отсюда быстрое перемещение. Только с черепахой вылетану. Черепаха. Да ладно. Чем там у меня рюкзак переполнен? Я же все, я же уже убил, не хочется-то. Треснувшие очки выбросить. Да. Все. Хватай одну черепаху и уходим отсюда. Я прям телепортируюсь. Панцирь. Не, ну панцирь где-то точно пригодится. А, так. А ну все. Мне сейчас, наверное, топир будет еще нужен. Я не помню, я уже собирал я его. Собирал, но потом я умер, насколько я помню. Так, давай до использования. Немножко такие устаревшие, конечно, механики. Чуть-чуть быстрая продажа. 17 из 32. Так я делал же вроде рюкзак, нет? Да, стой. Создание предметов. Рюкзак. А, ну мне топир и нужен для этого. Давай, боеприпасы, погнали. Ой, блин, это будет долго. Я буду долго охотиться за всеми ими. Это уже пол серии прошло, грубо говоря, а я еще заново все делаю. Погнали за топиром. Ну, если честно, сейчас хотя бы я знаю, как на них быстро охотиться. Ну, то есть... У меня есть это, сыворотка, зелье. Есть оружие с глушителем, которое более-менее реально глушит выстрел. И они не сильно, кстати, убегают после этого. Вот такая вот музыка играет. Как радио переключать эти выстрелы? Никак, наверное, кстати. Переключить радио. Так, тигр. По-генстерски мы стали, между прочим. Чтобы сразу удирать. Все. Инстинкт охотника. О чем он думает? Скучает по мне. Погнали на гору. Я пойду сразу в то место, где в прошлый раз их заметил. А потом уже будем искать в других местах. Так. В прошлый раз это было где-то здесь. Да. Не сработало. Ладно, соберем алмазик, пойдем немножко сменим дислокацию и все равно найдем. У меня есть еще, если что. Ну, если что, я еще... О, там кто-то есть. Какие-то птицы. Нет, это не то, что мне нужно. Это не то, что мне нужно. Мне нужен топир. В прошлый раз было как-то попроще его найти. А представляешь, я раньше охотился без этого зелья. Это вообще ужас какой-то. Супер неудобно. Сейчас посмотрим на другой склон. И... Давай попробуем сейчас. А вот они.
это все. Я уже стал профессиональным снайпером, между прочим, в этой игре, если ты не заметил. Ты видел в движущуюся цель, которая от меня убегала? По сложной траектории, между прочим. Я взял и попал. А вот ты где. Наверное, больше топира мне не нужно. Или собрать. Хотя, в принципе, не буду я сейчас лишнего собирать. Не прочный колчан, а рюкзак. И динго. Так, сколько у меня в рюкзаке теперь места? О, 48, это уже совсем другой разговор. Так, ладно, в принципе, сейчас можно сохраниться и двинуть немножко по сюжету. Ну вот буквально самую малость, чтобы открыть себе больше навыков, потому что у меня неплохо сейчас с опытом. У меня есть очки, которые можно потратить, но я хочу себе здоровье. Я хочу вот качнуть вот эту. Посмотри, татуировку можно. О, прикольно. Больше миссий надо завершить. Давай качнем еще, чтобы быстрее это восстанавливалось. Убийство сверху. О, стрельба на вскидку, разве я не качал? Так, окей. Все, миссии. Мне всеми силами, правдами и неправдами намекают на то, что надо больше проходить миссии. Мы сейчас нападем на сиротский приют. Это смешно каждый раз. Сколько раз бы я это ни говорил, это будет смешно. Мы будем нападать на сиротский приют. Затем мы нападем еще куда-то. Затем мы пойдем по квесту. Может быть, на вышку, кстати, слазим. Откроем этот уровень. Видишь, он так всегда черным экран делает, что как будто бы ты все. Как будто бы это был твой последний прыжок в жизни. В целом и в общем, я сейчас немножко так прокачался, ну, до каких-то приемлемых значений, ну, с которыми удобно играть. То есть, в принципе, сейчас можно по большей части уделить внимание именно игровому прогрессу. Так, желтую, да, соберу, кстати. Может пригодиться. Уделить внимание игровому прогрессу. О, подожди, а дай, знаешь, что я еще сделаю? Где мой ботаник? Вот он, ботаник. Два раза больше ингредиентов. Погнали. Перезарядка на бегу. Перезаряжать быстрее. Блин, надо побыстрее вот это вот ловкие пальцы надо будет прокачать. Надо все это будет попрокачивать. Янтарный лист, две штуки. Где-то тигр. А могу я себе, кстати, зверобой сделать? Или вот этот? Не дает атаковать вас. Но только на акул не действует. Давай пока сюда. Пускай будет на всякий случай один. Если вдруг на меня нападет тигр, и я не захочу его убивать, я жмахну эту штуку по себе. А, во, это уже есть форпост. Блин, так неудобная позиция вообще. Да мне надо сейчас... Тут никакой возвышенности для снайперского огня. А эти возвышенности слишком далеко. Это проходу придется идти вперед. Ну, к ним как бы вообще вплотную почти. Снайпер есть. Снайпер — это плохо. Пометить 25 врагов с помощью камер. Блин, так прикольно играть в Far Cry с ачивками. Ну, типа, ты всю жизнь играл без ачивок. Никогда не было. Ты, ну, на компе ни разу не покупал. То есть вот это прохождение моего Far Cry — это первая покупка за все время. То есть, а играл я много раз. Так прикольно с ачивками играть, просто капец. Но эта игра стоит того, чтобы ее купить. Все. Я готов, в принципе, к бою. Я готов к тому, что я могу облажаться здесь. Потому что, ну, реально, очень... Здесь очень неудобно в плане... Какой-то, знаешь, нет у меня преимущества особо. Ну, зашлись. Вот уже не будет 1500, стопудово. Я уже поднял у них шухер какой-то. А сколько, интересно, их? Попробуй остановить меня, сука! Когда найду, кишки вып... И ты решил на вышку еще один залезть. Вот ёб твою мать! Mm.
Тихо. Все. Меня заметили. 1500 не будет. Последний заметил, представляешь? 500 опыта в 3 раза меньше. Ай, да идите в жопу. Просто кошмар какой-то. 500, а не 1500 из-за одного засранца. А я говорил, что ну здесь вот... Ай, все. Не буду ничего говорить. Это не, блядь, не скидывает это оружие мое. А можно как-то в игровых настройках поменять вообще смену оружия, чтобы не было этого больше? Совет показывать опыт, индикатор обнаружения, попадание, значок гранаты, сбросить его на посты, перекрыть управление. По умолчанию, обратные руки, левша. А, обратные курки, прицелим, прикольно, а кому-то это вообще удобно. Не, по умолчанию, наверное, но я бы выключил вообще смену оружия. Ну, чтобы вообще нельзя было ничего поднять. Или там с определенной комбинацией. Последний заметил. Это, ну, это тут... Хватит рефлексировать. Ну, заметил, не заметил. Хотя обидно. Боеприпасов давай подкупим. А, полный? Класс. Все, теперь у меня... Что ну здесь нужно в этой зоне? Слазить на вышку и сгонять по заданию. Ну, я освободил хотя бы локацию. Я хотя бы освободил локацию, уже что-то. Радуешься еще. Мы позаботимся, чтобы она тоже в ракете. О, не, подожди, я хочу ту. Я хочу вот эту штуку. С пулеметом. Я могу за пулемет сесть, интересно? Да, я могу сесть за пулемет. Блин, а можно было вообще по красоте сделать вот так. Да, ребят, извините, я просто хотел пулемет испытать. Акула нужна еще. Сейчас мы устроим рыбалку. Так, теперь выходим. Мне нужно 2 акулы для бумажника. Я, кстати, и забыл вообще про это. Пускай будет. Может быть, я на какую пушку насобираю. Вон еще 1 акула. Да их 2 даже. Одна точно останется. Да в смысле, ни одной не осталось. А вон лежит. Ну и все. И сейчас акулы еще у меня будут. Ну, уже стало повеселее. Ладно, удача с акулами меня немножко настроение подняло. Но неудача с форпостом. Форпостом. Меня прям всегда расстраивает. Всегда расстраивает, когда ты не берешь на 1500 его. Тебя просто заметили, понимаешь? И не подняли тревоги. Не приехало никакое подкрепление. Ну все, минус... Ну, не, даже... Ну, хотя бы 1000 опыта давали. Ну хотя бы. Но не в 3 раза меньше. Обидно просто, понимаешь? Ну обидно же. А еще ХП так мало. Надо ХП больше. Надо по сюжету двинуться, чтобы у меня открылась прокачка ХП. Я все равно татау сделаю полное, это однозначно. Ну, тут даже можно даже не сомневаться, честно. Татау будет фул. Ой, это что? Ай, все, леопард, иди. Леопард, живи. Если что, я просто на этот остров вернусь за леопардом. Я буду знать, что здесь он вот в этом маленьком, на этом маленьком островке есть леопарды. Найти его будет проще простого. Ой, нет, стой. Я случайно. Кстати, можно на ходу быстро выпрыгнуть, прикольно. Давай парканемся куда-нибудь сюда. Отлично. Вообще хорошо залетел. Сейчас быстренько откроем вышку, мы будем понимать хотя бы, куда мне идти. Доктор. Алло. Эрнхард. Привет, это Дейзи.
телефон доктора. Как там поиски? Это из-за того, что я приблизился к сюжетному заданию. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут опаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Нос сочесался. Надеюсь, с друзьями. Класс. Пока. Я, главное, патроны он автоматически поднимает, а деньги надо зажимать, чтобы забрать. Ты чё, деньги тоже автоматически подхватывают? Так, стоп. А, я не в ту сторону пошел. Оп, сейчас упаду вообще. Надо аккуратненько здесь лучше упасть. Если нет шанса не упасть, лучше упасть аккуратненько. Тоже, это, знаешь, житейская мудрость. Тут одна палочка. Аккуратненько. Ой, так мы сейчас неплохо осмотримся еще плюс ко всему. Мы вообще замечательно смотримся. Выберем тактику, стратегию и пойдем вперед. Я хочу штурмовую винтовку себе с глушителем. Я понял, что это реально удобно. Потому что я бегаю только со скорпионом. Надо МП-5 купить. Надо купить МП-5 и поставить на него глушитель. Точно. Будет вообще пушка. Открывай, пожалуйста. Вот, спасибо. Что у нас там нас ждет впереди? Ай, так. Пиратская бухта. Мне что-то кажется, что никого здесь не будет. В этой пиратской бухте, скорее всего, будет пусто. Готово. Спасибо. 500 опыта, кстати, за вышку дали, тоже неплохо. Не, ну это Галима вон, сигнализация стоит, все это все есть. Я попробую туда подлезть и выключить сигнализацию во всем объекте. Вообще выглядит как план на самом деле. Так, дай я поближе взгляну, что у нас тут. Так, мне нужно в эту текущее задание ПБ. Хорошо, тут, кстати, кабаны есть. Здесь есть очень много леопардов. Очень опасных, кстати, хищников. Бесплатно в магазине ПКМ? Здесь есть ПКМ. Так это. У меня уже в голове план созрел. Надо ПКМ найти, взять. Мы сейчас захватим тогда эту точку и возьмем ПКМ себе. А не, знаешь что, наверное, мы захватывать будем в следующей серии. Но что-то я смотрю по времени, я точно не успею до конца сделать это все. А тут надо будет полазить долго. Ну и так как были, в принципе. А, нельзя сейчас сохранить. Ладно. Спасибо, что досмотрел. Надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом. Вообще много чего интересного. Счастливо, пока и до свидания.